Сегодня в Таразе прошел Республиканский выездной общественный совет. Участие в нем приняли члены ветеранских организаций с каждого региона страны. Главным вопросом на повестке дня стало претворение в жизнь послания президента «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Подробнее в материале. Сообщество ветеранов страны, войдя в народную коалицию, поддержало кандидатуру Токаева на пост президента республики. И сегодня оно активизировало свою работу в данном направлении. Наша ветеранская организация среди тех партий и объединений, которые поддержали кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. Мы тоже вошли в народную коалицию, и в этот непростой для народа период мы должны быть едины в своих устремлениях и стоящих перед нами задачах. В ходе мероприятия были награждены особо отличившиеся ветераны за ратный труд во благо Родины. Сегодня вот в Таразе проходит республиканский семинар. Его главная цель – это разъяснение послания президента, призвать всех принять активное участие в предстоящих выборах главы государства. В ходе семинара 5 наших ветеранов труда получили медали за ратный трудовой подвиг. Мы ведь все до самой пенсии работали. Главное, чем озабочены сегодня ветераны, это явкой на избирательные участки всех тех, кому не безразлична судьба страны, ее настоящее и будущее. Не оставайтесь сторонними наблюдателями, делайте выбор для лучшей жизни здесь и сейчас, призывают они. Кулюш Умурзакова, Ислам Кудиарбек, 77 News.